Ребят, мы, короче, в Щекино. Вон наша говнодвинашка стоит. А вон Ауди. Походу мы сейчас поменяемся на Ауди. Но это еще не точно. Мы приехали. Вон стоит Авдотья. Наша. Еще пока хуй узнает, наша, не наша. Ну вот, она это Ауди. Сейчас ждем хозяина. Посмотрим, что он скажет нам. Уже замерзли, пиздец какой-то. Вот наша аудюха. Не можем, блядь, не уехать ничего отсюда. Ну ничего, сейчас за нами приедет кореш. Свалим нахер отсюда. Ну чё, Гасум, поздравляю тебя с приобретением очередного говна. Смотрите, как чаёк попивает, сидит. Ой, какой задумчивый вид, господи, ты боже. На закат смотрю. На закат или на рассвет? На закат. Закат уже, да? В обед. А, все, солнце садится. Да. Ну, я тебе... Ну, ты же автоблогер. Я? Да. Ты же, у тебя канал свой. Купи говно и потом продай, и купи еще говно. Ну, мы, кстати, нормально говно продали. Ну, да. Ой, наоборот. Говно мы купили. Я думаю, навряд ли. Нет, навряд ли? Да. Сейчас заведется, да, прям... И заклинит. И заклинит сразу? Понятно. Ну ладно, что, поехали. Ребят, вот так она у нас уезжает отсюда, с Щекино. Ага. На трассу, естественно. Не видно ни хера, как назло пошел снег. И вот так вот едешь с тряпочкой, блядь. Окно трешь, и как камикадзе, блядь. Могут и спереди въебать куда-нибудь. И в жопу куда-нибудь въебать могут. Уф. Ну, осталось совсем чуть-чуть. Скоро будем дома. Ну что ж, время уже 3:00 ночи. Это был мой, и Касуму, наверное, и Илюхин тоже, самый долгий перегон вообще в жизни. Это пиздец. Папа мне опять сейчас скажет, сынок ругается матом на ютубе. Ну, блядь, тут слов вообще никак не подберешь. Посмотрите, ребят. Это на грязи, да? Мы ехали 4, сука, часа. 50 километров. 4 часа. Да, кто-то скажет, что проще взять эвакуатор, там, еще что-то. Но, к сожалению, у нас денег на это нет. Так что, вот так вот. Так, дай мне камеру сюда. Ну, давай, Касум. Че? Как ощущения были? Шикарно. За рулем. Шикарно. Илюх, тебе как? Пол лачете разорвало нахуй. Вот так вот. Старался машинку на самом деле. Илюх, ну чё, лачете зверь. Сними, как мы ехали. Мы вот доказываем. Кстати, Илюха не ходил ни по каким бабам, еще нигде не был. Мы гнали машину ровно 5 часов. Закрылся? Да. Вот так. Короче, сейчас помоем и покажем, как она первоначально выглядит. Ребят, ну и долгожданный вопрос ваш. Почем же была у нас двенашка, стоимость ее? Двенашку мы взяли за 47 тысяч рублей, вложили туда около 20 тысяч, наверное, не более того. Даже меньше, наверное, 15. Вот. Ну и вот что у нас теперь в итоге. Мы не продали машину, а обменяли ее на вот эту аудюху. С машиной есть небольшой косячок. Слетел, скажем так, башмак натяжителя цепи, распредвал. Вот. И нам это надо будет сделать. Все по меткам выставить и, в принципе, пробовать заводить машину. Ну а дальше уже смотреть, что с ней и как. Ты скажешь,